Геннадий Бортников родился в Москве. В 1962 году окончил школу-студию МХАТ. Курс Г. А. Герасимова, А. М. Карева, и был принят в труппу театра им. Моссовета. На протяжении многих лет Бортников был одним из ведущих актеров театра. Наиболее значительные работы: Раскольников в «Петербургских сновидениях» и Смердяков в «Братья Карамазовых» по Ф. М. Достоевскому. Главная роль в спектакле по повести Г. Бёлля «Глазами клоуна». В кино Бортников дебютировал в 1961 году в фильме «Взрослые дети». Самая крупная работа, главная роль в фильме «Взорванный ад», увлекается живописью, и его художественные работы находили одобрение у Эрнста Неизвестного. В качестве художника и автора костюмов Бортников оформил несколько спектаклей. Скончался Геннадий Бортников 24 марта 2007 года от инфаркта. Похоронен на Введенском кладбище. Бортников никогда не был женат.